Общероссийская сеть складов магазинов «Монарх». «Монарх» делает лучшее доступным. Здравствуйте! И снова мы стоим перед проблемой выбора. Что делать? Смотреть телевизор или смотреть сновидения? Пить чай или кофе? С лимоном? С лимоном, да, извините. Итак, нужно что-то делать. Либо приглашать именитого дизайнера, либо все решения по преобразованию собственного дома принимать самому. А проблема, что и когда надеть? Шпильку или ботиночки в стиле милитари, черное или белое, мятое или поглаженное, фуфаечку или бальное платье. В модной линии теледебют журналистки газеты «Дона» Ирины Варламовой. Ирина умеет находить удивительных героев. Так Ира, она слева, отыскала создательницу 93 воротничков. И ни один не похож на другой. Впрочем, Ольга Шурыгина интересна не только этими застывшими снегами на плечах. Ольга никогда не путешествовала по Испании, Италии, Франции. Она вообще нигде, кроме родной страны, не была. А заморские страны снятся женщине по ночам. Наутро Ольга рисует эскизы вееров, карнавальных масок и делает Пушкина из пшена. Я никогда не была в Испании, но Испания почему-то она мне близка. Не пойму почему. И костюм я задумала еще в 95 году. Надо было сделать такой костюм, который был ах, то есть как пламя, горящее ярко на сцене, чтобы это было. Вот я его сделала. И платье «Красная коррида» родилось тоже во сне. Она его участвовала в конкурсе «Бурда Моден» в Ростове. Много людей приходили после конкурса просто его пощупать, живьем посмотреть этот костюм. И вот, знаете, некоторые даже слезы текли, я вообще не знаю почему. Почему? То есть это костюм с такой душой, в нем столько энергетики положительной, что даже вот когда плохое настроение, его оденешь, смотришь уже, боже мой, да еще столько сил, столько всего. Поэтому это любимый костюм, и с ним расстаться просто невозможно, никогда. Много атрибутики здесь, которая вот сделана просто вот своими руками. Тут веер, допустим, из картона, гребень из картона сделанный, несколько слоев, и ну, он эффектно смотрится. Но веер это главное. Испанцы без веера, он что, она закрывается от веера, она омахивается, то есть это без этого испанки нет. Не только испанская тема волнует сердце Ольги Шурыгиной, но и традиционно русские мотивы. А сердце дает волю рукам, ведь все, что вы видите, сделано руками мастерицы. На какие только безумства не решаются дизайнеры, чтобы привлечь внимание, завоевать сердца налогоплательщиков. Эльза Шиапарелли завоевала сердца налогоплательщиков или покупателей с помощью изобретения туфель с мехом обезьяны. А Вивьен Эствуд придумала зеленые сапоги, совмещенные с гамашами. Вообще-то туфли лучше носить не на руках, а на нижних конечностях. Хотя Дали для своей обожаемой Гала придумал шляпку в форме туфли. Точнее, это и была вот такая настоящая туфля. Туфля. Спонсор программы «Модная линия» – общероссийская сеть складов магазинов «Монарх». «Монарх» делает лучшее доступным. «Монарх» заботится о здоровье своих покупателей, и поэтому все искусственные материалы, которые применяются при изготовлении этой обуви, приближены к качествам натуральной кожи.
Модельмен Ола Кейру участвовал в показе для VIP-персон в одном из ночных клубов столицы. Обычная в целом демонстрация одежды завершилась небывалым, а именно фуршетом для моделей. Ростовчанина это сразило, ведь в ростовских клубах, как говорит Кейру, от моделей требуют покидать клубы через черный ход. Ола считает, что настоящие богатые с уважением относятся к людям любых сословий. 15 мая известная модель ростовчанка Лиза Шмакова достигла совершеннолетия. Родные приготовили для Лизы японскую вазу, японскую тарелку и комплект шелкового постельного белья. Дело в том, что Лиза, проработав 3 месяца в Японии на показах Гуччи, ничего кроме палочек для еды и глиняных борцов сумо не купила. И теперь мечтает оформить комнату свою в японском стиле. Сейчас материнское агентство «Президент» — это в Москве. Готовит контракт Лизы с одним из итальянских агентств. В страну Джульетты Мазины и Моники Белуччи Лиза отправится после сдачи сессии. Модный журнал Future TV, то есть телевидение будущего, рассказал о программе «Модная линия», точнее, о платье «Отморозко», шитом ведущей программы. Кроме того, над платьем «Отморозко» трудились художник по гриму Наталья Ефремушкина, фотограф Стас Буртон и модель Ольга. Камера снята, а теперь зафиксирована в модном журнале Future TV. Обнимается, кофе пьет, самовольничает, совсем не думает о гриме. Звезды с ними всегда хлопотно. Всегда интересно. Наш городской клуб визажистов является представителем Международной европейской школы по макияжу «Ателье А». Мы приглашаем всех учиться к нам, тех, кто хочет получить изумительную специальность. Также мы приглашаем к себе всех тех женщин, которые хотят научиться быть красивыми. Мы вам всегда поможем. Приходите к нам. Городской клуб визажистов не только обучает профессии, но и трудоустраивает. Объявляется набор в группы. Юношам особое предложение. Звоните 227203 746595 и 330219. Ростов-на-Дону, переулок Газетный, 34, гостиница «Дон», второй этаж. Городской клуб визажистов для вас. Запоминается шокирующе. Мы не призываем вас непременно испытать шок. Мы предлагаем вам использовать шокирующие обстоятельства, чтобы имя вашей фирмы запомнилось. Модная линия – шокирующе красивая программа. А у тебя есть любимые выражения? Есть, но я тебе его не скажу. А на публику лучше я воспроизведу мнение английского дизайнера Джессики Огден. Она говорит, что вещи не могут быть сами по себе красивыми или интересными. Все наоборот. Красивые люди делают интересными вещи. А у тебя? У меня тоже есть любимое выражение. Но ты мне его не скажешь. Скажу, почему же. Это модная линия. Встретимся в четверг в 23:30 или в пятницу в 7:50. До свидания. Ничего нельзя возразить против таких выражений.